картина «Крымский вид», переданная в Севастополь в 1929 году из Третьяковской галереи, была написана известным пейзажистом Владимиром Орловским в ранний период творчества. Однако позволяет понять сложившийся метод работы и образную систему мастера, который является представителем русской и украинской художественных школ. Первые навыки в рисовании он получил в Киевской гимназии, пользовался советами Тараса Шевченко, а затем учился в Петербургской академии художеств у Алексея Боголюбова. Зрителя привлекает географическая узнаваемость местности, открытость вида с мягкой грядой гор вдали, контрасты темной зелени высоких пирамидальных тополей и светлого неба, эффектный солнечный блик в маленьком ставочке и вместе с тем вечерняя тишина, покой и умиротворенность природы. Пейзаж передает своеобразную атмосферу и южную неспешность жизни этого края. Будучи на этюдах, Орловский пишет о том, что Крым живописью своих мест немногим уступает Италии. Хотелось бы, чтобы русские пейзажисты занялись этой страной, то есть Крымом, более серьезно, равно как и Кавказом, и вытеснили предвечное понятие о незаменимости Швейцарии и Италии, которые заставляют нашу публику восхищаться всем здесь и ничего не видеть у себя.